Знес слуп светлофора, зрабил кульбиту по ветру и спынился. Так скончилась поездка водителя автомобиля «Вольво» по центральных улицах областного центра. А почалась история с того, что патруль ДПС на улице Ленинской потребовал спынить легковушку. Однако водитель проигноровал потребование инспекторов и только додал газу. Проследование было недолгим. На перекрыжевании проспекта Миру и улицы Королева водитель не справился с кированием, выехал на тротуар и спынился только перед припынком громадского транспорту. На счастье, людей там не было, водителя затримали. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет привлечен к административной ответственности за совершение ДТП, за управление в нетрезвом состоянии, за неостановку сотрудникам ГАИ и за проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора.